В прошлом году стоял вопрос о том, что у нас будет аппарат УЗИ, что у нас будет специалист УЗИ, что у нас будет хирург-травматолог. Время прошло, а вопрос так и остался открытым. Хотя Наталья Астахова подчеркивает, по последней переписи в Чистцах проживают 11 700 человек. Поэтому медицинская помощь в шаговой доступности необходима. Но это не единственная проблема, которая волнует местных жителей. Мы просим главу рассмотреть возможность, чтобы ФОК у нас был с бассейном, потому что у нас население 11 700. Мы равно удалены от Голицына, от Купинки, и хочется, чтобы наши дети тоже занимались полноценно спортом. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в планах, пока без бассейна. Но пожелания все же учтут, сделают расчет, во сколько обойдется возведение спортивного объекта с возможностью поплавать. А старожила поселка Веру Васильевну волнуют вопросы благоустройства. У нас не работает фонтан. До сих пор? До сих пор, да. То есть в этом году не запустили его? Не запустили. Фонтан находится на балансе местного дома культуры. Его представитель говорит, обслуживающая организация уже проверяет его работоспособность. Следить за таким объектом должны профессионалы, подчеркнул глава округа. Мы обязательно переставим в обслуживание фонтана МБУ, благоустройство, да, и они уже будут с подрядчиком там профессионально и содержать, и эксплуатировать, и ремонтировать, если что-то выйдет из строя. По плану фонтан в Чистцах должен заработать через 1-2 недели, чтобы в первые дни лета жители могли насладиться не только хорошей погодой, но и красивыми видами родных мест. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».